1955 году в Линвуде, штат Калифорния, родился Кевин Костнер. В детстве он мечтал стать профессиональным баскетболистом, а стал выдающимся актером, режиссером и продюсером. Он снимался в фильмах «Нет выхода», «Совершенный мир», «Водный мир», «Почтальон» и многих других. А поставленный им вестерн «Танцы с волками», в котором Кевин Костнер сыграл еще и главную роль, стал лучшим фильмом в 1990 году и получил 7 премий «Оскар». После выхода этого фильма индейцы Сиу подарили Костнеру участок земли, на которой он построил поле для гольфа. Костнера называют последним романтиком Голливуда, Робин Гудом и героем, готовым на все ради любви, одним из самых успешных и высокооплачиваемых звезд. 18 января он отпраздновал свой 65-й день рождения. Первое появление Кевина Костнера на экране состоялось в 1981 году в комедии «Дикий пляж». В ней он исполнил эпизодическую роль, а первую известность приобрел, сыграв роль Элиота Несса в криминальной драме «Неприкасаемые». Карьера Кевина ожидаемо и плавно двигалась вверх. Настоящим событием в киномире стала драма «Месть», поставившая молодого актера в один ряд с ярчайшими звездами Голливуда. Зрителям разных возрастов полюбилась приключенческая картина «Робин Гуд. Принц воров». Огромную популярность снискала роскошная любовно-детективная история «Телохранитель». Период с 2000 по 2010 год стал одним из самых успешных периодов в творчестве Кевина Костнера и подарил миру картины, заслужившие звание культовых. В одной из любовных историй «Послание в бутылке» партнерша Кевина была Робин Райт Пен, а фантастическую детективную драму «Стрекоза» критики назвали фильмом, очищающим душу. Открытием для поклонников актера стал триллер с элементами психодрамы «Кто вы, мистер Брукс», в которой Кевин появился в неожиданном амплуа циничного и расчетливого убийцы. В последние несколько лет он снялся в картинах на его любимую спортивную тематику «День драфта» и «Тренер», составил компанию Джессики Честин в драме «Большая игра». После 18 лет брака с первой женой Синди Сильвой Костнер женился на Кристин Баумгартнер, которая младше его почти на 20 лет. От двух браков у Кевина шестеро детей, есть внебрачный сын от актрисы Бриджит Руни. С 2018 года Кевин принимает участие в съемках многосерийного проекта «Йеллоустоун». В драме-вестерне он играет владельца самого большого ранчо на территории Америки, всеми способами пытающегося сохранить свою землю от притязаний застройщиков. Кевин Майкл Костнер отмечен двумя премиями «Оскар» – за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Он является одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм. Удостоен звезды на Голливудской аллее славы.